солнышко в глаза. Здравствуйте. Сегодня мне надо опять в город ехать, в аптеку, на почту. И, наверное, схожу на пляж, посмотрю, сколько там людей прибавилось. По всему городу валяются абрикосы, вон падают, шлепаются. Их же никто не рвет. Видите, и так вот по всему они валятся. Так люблю этот дворик. Просто он такой, тут тень всегда. Хорошо. Магазин вот с цветами они торгуют. Парикмахерская, ветеринар, как-то тут все. Ну вот у них такой. Так хорошо. Можно посидеть. Ой. Расцвели водяные вот эти. Какая красота. Тут и рыбы есть, только такая вода, что их не видно, где они там плавают. Вот за розами, конечно, никто не ухаживает совсем. Они не обрезают их, которые отцвели. Молния, что ли, в это дерево попала, не знаю. Старое было очень, видимо. Хорошо. Птички поют. Вот какой велосипед гламурный. Ой, посадили в джинсы. Ну, хоть как-нибудь красиво бы сделали аккуратненько. Вот где вот моя голова? Забыла спросить, какие таблетки были в аптеке заказаны. А сейчас не могу дозвониться до Алинки. Тащиться через весь город придется зря.
все забываю вам рассказать. Уже, наверное, неделю назад или больше ко мне приезжали подписчики смотреть дома. Из Ижевска. Да и вообще так приятно, когда тебе говорят, а мы ваши подписчики, мы вас смотрим.